И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Art of Conquest. Да. В общем, продолжаем страдать всякой фигней и смотреть новую подземку. Ну, для начала хотелось бы вместе с вами открыть эти замечательные сундучки, в которых попадается всякий хлам, но я все-таки хочу вам показать, что здесь попадаются не только ресурсы, но и линари. Просто реально попадались уже. Я хочу показать, когда-нибудь я это сделаю и покажу. В общем, суть-то дело в чем. Как видите, у меня уже много чего отстроилось. К примеру, отстроился форт, и мне теперь надо все вот это улучшить. Ну, конечно, в первую очередь нужно улучшить вот их. Для чего, спросите вы? Ну, они ходят со мной, а мне нужна и боевая мощь. Тем более, я сейчас расставил, так сказать, делал маленькую перестановочку, чтобы они... Все-таки тоже участвовали в бойне. О, кошмар, сколько мне надо их улучшать. Песос, ресурсов не хватает. Все, опять в хламину. А, и еще я поставил улучшение для лукарей. Что-то дальше мне не хватает ресурсов, 72. Ну, тоже неплохо сделал. Как бы на этом ресурсы и закончились. Этих улучшить? Можно. Только вот времени хочу... Оу, я уже почти улучшил. В общем, как вы видите, войско улучшается, все становится замечательным. И там буквально мне еще пару тысяч, и все будет хорошо. С этим проблем опять-таки же не будет достаточно... Загрузка города. Достаточно только вот зайти в городочек, посмотреть, у кого больше вот этих ресурсов, все пособирать, и вообще будет огонь. Просто ух! Хорошо, но не об этом сейчас речь. Речь идет об вот этом чуде. Лучников я улучшил. Сейчас плюс 10 атака лучником я сделал, то есть здесь улучшается до 13. Сейчас плюс 10 атака, и это довольно-таки неплохо. Я считаю, то есть вполне нужное, что штука. По крайней мере, лучники у меня в немалом количестве на поле, поэтому есть смысл. Да и тем более атака у них, у самих вполне неплохая. Давай глянем, что у нас тут с атакой. Вот, атака 16, грубо говоря, с половиной тысяч, когда у мечников атака 14. То есть лучников в два раза больше, и они атакуют больше, поэтому как бы есть смысл апнуть им. Так, что-нибудь я тут вообще делал? А, вы помните, нет? Я тоже не помню. Ну, зарю вот сделал. Так подумал, о, круто, надо сделать. Ну, вроде бы это я показывал даже. Точно, я золотой лик еще один достал. Прикиньте. Прикиньте, я золотой лик еще один достал. У меня теперь их много. Много у меня золотых ликов теперь. Кстати, да, надо будет кому-нибудь просто его в целом надеть и не заморачиваться. Нет, тебе это атака, это понятное дело, нужно. Это и тебе атаку нужно. В общем, кому-нибудь я потом одену просто золотой лик на постоянке. А есть кому вообще его надеть-то? Кроме вот сюда. Обжигающая аура, слушай. Обжигающая аура. А, ну тут дофига. Я подумаю, что можно сделать. Кстати, я хочу сделать еще сет. На сет 3 надеть. Помните, в самом начале, который сет был, который давал способность прирожденный лидер плюс 1. И вот на сет 3 я хочу сделать, чтобы у него этот сет надевался. И, соответственно, плюс к... Бронзовому войску плюс 40 дает, прикинь. Это куда намного круче всего остального. Лидерство и так далее. Такие вот пироги. В общем, только теперь сложность для меня это сложнее достать, чем какую-то вот эту такую шмотку. Наверное, опять-таки же, но не факт. А что еще тут у нас? У нас? Да вроде бы ничего. Полазил по подземелью. По подземелью я полазил. Типа мне надо вернуться в замок, чтобы зайти туда. Ну, пошли. Вот, здесь
Раз в определенное время орки обязательно спавнятся по новой. Так что круто, вы даже просто на первой локации всегда сможете набить ресурсы. Я думал, типа, ну, всех замочу на одну звездочку, ну и пофигу. Типа, из-за этого я не бил остальных. Что громко? Вот, чтобы это... А, не, у вас это не громко, отлично. Просто наушники у меня громко. Вот, думаю, из-за двушечки тратить лишнее время и так далее, вообще заморочек не вижу. А, оказалось, короче, они спавнятся. Я такой сначала АФК, что смотрю, а какого фига вы заспавнились? А, думаю, круто. Вот, и, собственно, они у меня уже по второму кругу заспавнились. А, я набил 200 кристаллов и хочу... Это, конечно, сундучок открыть в первую очередь. Но это я могу всегда достать. А вот сундучок, он стоит больше всех, и я хочу его. А почему бы и нет? Открыть. Вау. Собрать. Собрать. Так, архимаг. Мантия. Так. Бонга. Иммунитет к урону. Упал ниже 10%. Ага. То есть, по-простому говоря, если я соберу весь этот сет, мало того, что будет офигенное количество магии, так еще и неуязвимость на 5 секунд. Иммунитет к урону — это еще не уязвимость. Урон — это дамаг. То есть не получение дамага — это неуязвимость. Ну, я думаю, вы поняли, да? Вот, иммунитет к урону на 5 секунд, если здоровье упало ниже 10%. То есть у меня практически помирает герой, я такой, опаньки, у него иммунитет на 5 секунд, я такой, бессмертный архимаг, и всех нагибает. Ах, классно. В общем, что я хочу? Да, наверное, я вот этот сет... Все-таки буду, если фонд соберется, я, конечно же, я хочу героя Клео. Мне, когда на меня напали, на мой город и моих всех золотых воинов разнесли героями 35-го левела, тупо героями 35-го левела, и когда Клео с магией 120 запустила вот парочку вот таких вот шаров, там было 3 шара всего лишь. И мои золотые воины испарились, по-простому говоря. Я охренел, если честно. И вот я после этого я хочу Клео. На нее, по ходу дела, именно тот сет и будет. Также вот посох, который у Гана сейчас на заклинание... Сокращение заклинания, он и магию дает, и сокращение заклинания тоже туда же, как вариант. В общем, да, я хочу Клео, прям очень сильно хочу Клео. Так, ладно. А, кстати, зачистив вот это вот дело все, да, то есть если типа это, ну короче, по-простому говоря, я прочитал вот эти руны, я их не просто прочитал. Я открыл одну из... То есть я узнал, как образовалось... То есть одно из заданий. Одно из 4 заданий. Как появились орки. То есть я прошел исследование. То есть мне надо просто убивать боссов, по факту. Теперь я знаю, как выполнять эти задания. Это клево. Теперь, конечно же, бежим на новую территорию. Бежим к гоблинам. Вот они, гоблинки. Конечно же, бьем самых дрищей, чтобы не помереть самому. Вот. Такая вот у меня сейчас... Вот такая у меня расположенность. Золото. Золото. Да, и всего лишь 20. Но 20 золотых, я думаю, лучше, чем 24 серебряных. Я все-таки так думаю. Они, по крайней мере, более выносливые. Вот. Здесь впереди идут серебро мечи. Здесь по краям за золотом идут копья. Теперь 10-го левела, между прочим, это вам не хухрышеньки. Вот. За ними идут за копьями золотые лучники. По центру идут герои. И за ними уже идут также лучники. Я отказался от черепахи. И я отказался от дракона. Дракон же у меня остается вот в этом выборе. Вот в этом выборе. То есть у меня здесь также идет дракон. И, соответственно, драконья черепаха.
Вот. Ну, кстати, да, и можно еще вот мечников потом поменять. Как это все работает, все легко и просто. То есть мечи принимают на себя первый удар, а так как от дальней атаки они защищены, вот, то, соответственно, все хорошо. Ну, а дальше все по наитию. То есть, в целом ничего сложного нет, если уж на то пошло. То есть, сразу же подходят копья. То есть, так, войска ударяются в щит, сзади подходят копья, копья бросаются в тех, кто ударился в щит. Ну и доходят лучники и все это дело сносят. Честно, баланс охрененный. Но это все идет на расчет на то, что мечи примут на себя удар. Вот, крепкий щит снижает урон от стрел, дротиков, метательных копий и пуль. Вот, ну и в целом у них здоровье, мощные все дела, во время подъема боевого духа урон увеличивается, это все фигня. Но воинская гора с боевого духа до подозрения никогда не падает. То есть по факту вот это работает всегда, судя по всему. Вот, дальше уже, соответственно, подходят копья, бросок копья, враги получают больше урона. Дальше подходят лучники, причем хорошие лучники, у которых дальность атаки большая. И, соответственно, они должны попадать сразу же, как только попадают копья. Честно, я что-то не засекал. Не засекал, попадают ли сразу или же нет. А давайте проследим, так сказать, вот за этим всем. И посмотрим, как это вообще будет. Кстати, от Газула отказался. Ну, толк от него ноль, у него магия слабенькая. И в целом, то есть, неудобный персонаж, если честно. Я бы играл бы за нежить, я бы им потащил. Ну а так он как таковой не нужен. Клео потом поставлю. Ну опять же Клео поставлю за место Ганна. Ганса. Так, давай проследим вот за вот этим стаком. Как видите, они справляются без меня. Вот, так что мне незачем это делать. Следить за ними. Вот, ударяются. Все, копья полетели, и луки сразу же стали бить в оглушенных. Собственно, как я и говорил. И, соответственно, 30% дополнительный урон, все дела, то есть все по дефолту. По центру идут герои, то есть ударяются в серебряных мечей, сзади подходят герои и начинают уже валить все это дело. Кстати, он у меня стоит в защите, Авалон. Он что, вообще не двигается, что ли? Интересно, кстати, за этим я не следил. Не следил за ним, надо посмотреть. Ну-ка, давай-ка еще посмотрим. Собираем ресурс, конечно же, с этим не проблема. Здесь нам нужно в этом задании убить 10 атак гоблинов. Вот, как бы гоблинов завалить, таких же довольно-таки легко. Вот, стоит он у меня в защите, точнее, в полосе защиты. То есть, если вот его вот сюда перемещать, то есть, вот, допустим, сюда вот, это боевой дух, а вот так вот защитный режим включен, пишется, типа. И окей, давай посмотрим. Он стоит на месте. То есть он, типа, кастует ему, вы такие, а, нет. Да, он не бежит в бой, прикинь. Это специально для того, когда у тебя, допустим, это... И вот он сзади них просто идет, сзади всех. То есть этот режим рассчитан на то, когда ты вызываешь, допустим, лучников и так далее. То есть, слушай, а прикольный режим. Блин. То есть у героя ты можешь еще выбрать его поведение. У данного героя ты можешь выбрать его поведение. О, у меня можно теперь потратить энергию. Круто. Ну, давай одолжим войска. И вот это. Я всегда одолживаю, кстати, войска, пехоту и лукари, для того, чтобы это... то есть, чисто одна полоса была из моих войск, то есть, это куда намного лучше, и людям это намного удобнее, это людям намного нужнее, и я сам люблю, когда делается именно так. Ну, давай попробуем вот это вот, посмотрим вообще... Что мне нужно сделать, чтобы завалить вот такую толпу. То есть более усиленную толпу. Ну, не всегда же мочить только дрищей.
Ну, на крайняк я их всех вылечу, свои войска, так что без лишних заморочек. Мощность у нас у всех одинаковая, так что с этим проблем нету. Можно, конечно, дракона поставить, но давай сначала без попробуем. Конечно, сразу же запускаем в югу. В югу будет в первую очередь идти. И будет идти сюда в центр. Да, есть смысл помогать по краям, но нет смысла, так как у меня в центре дрящевые мечи. Мечей, конечно же, 100% пробили, и я думаю, есть смысл заюзать эту штуку. А я даже не знаю, помогло она или нет, а вообще нужно было, нет. Что-то я сомневаюсь уже теперь, что у меня мечи хоть кого-то убили. Ага, вот, один больничек попал, один лучник попал. Ну да, то есть я трачу ману, но зато получаю больше ресурсов. Ну, есть сейчас такое себе. Почему? Потому что я просто тупо сейчас буду тратить опять время. Да, у меня есть запасные. Я не спорю. Блин, долбанные загрузки. Да, у меня есть запасные, я не спорю это, но все равно я потом буду тратить время на их восстановление. А по факту, то есть это, ну, сомнительно, знаете, вот это вот, что оно мне нужно. Что у нас здесь можно купить? Я, кстати, стараюсь всегда вот это покупать. Это не только создать войско, но и излечить войско ускоряет. Это мне не надо. О, могу еще состряпать, отлично. Точнее взять. Вот, для чего я это все дело покупаю? Потому что вот задание у меня есть, так что да. Надо, значит надо. Кстати, долбанная загрузка. Кстати, я неправильно посчитал, я посчитал 1500, но было всего лишь 150 кристаллов, прикинь, я лошара такой, блин, посчитал неправильно. В общем, у меня он апнулся, сейчас 28 левел. Кстати, теперь неизвестно мне, на каком левеле надо, то есть он получит следующую звезду и получит ли вообще, есть ли следующий левел у дракона, точнее, следующая стадия у дракона или же нет. Вот, но одно я могу сказать, я задумываюсь о том, чтобы что-то из этих скиллов прокачать. Как вариант, вот это вот. Смертельный вихр, если не ошибаюсь, это когда он, да, все вокруг темная энергия, то есть он когда взрывается, грубо говоря, темной энергией, то есть это луч, та темная энергия взрывается, то есть он довольно-таки часто бьет ее, и это довольно-таки часто помогает, поэтому есть смысл ее прокачать, благо ресурсы есть, но пока что я тратить все это дело не буду. Пусть чай будет и так. Пока что меня и так это устраивает. Давай. О, кстати, погоди. А давай посмотрим, что у нас там по предметам. Из говна и палок. Из говна и палок. Вот. Нет, это для Руфи. А другой у меня сет идет... О, господи, урон огненной способности. Да, я вспомнил, что там. Это для Руфио, это для Аврил. А другой сет, да, здесь вообще у меня ничего нету для него. Давай посмотрим вообще, могу я сейчас, ну, как бы мне это ежедневка так. А, нет, ничего. Здесь тоже ничего. И здесь тоже для Руфио. Ну, такой себе. Если честно. Вот. Ну, как бы ладно, с этим потом заморочимся. Думаю, как-нибудь я все-таки это дело найду. О, я могу скиллы использовать, прикинь. Не-не-не-не-не, какой ускорить? Не-не-не, случайно чуть не нажал. Еще и два раза кликнул, думаю, ну все, песок сейчас нажмется. Я уже так потратил энергию, случайно дракона воскресил. Ни за что. Не забуду себе такую оплошность. Ладно, погнали, короче. Валить гоблинов. А, кстати. Я территорию-то так и не обижал. А здесь, где вот это вот, типа, босс гоблинов. Должен же быть где-то босс гоблинов. Из разряда, как там был босс у орков. Дай шапочку. Дай шапка погонять, да? Да твою мать! Вот, я все-таки думаю, он должен быть. То есть не обязательно открыть территорию. То есть он все равно должен открыться сразу. Наверное. Но не факт. А поищем.
О, нашел. Наверное. Да, кавалерист гоблинов, вот он что-то тут трындит на меня. Типа, а бла-бла-бла, ты не пройдешь, а да бла-бла-бла, я пройду, а да бла-бла-бла, ты не сможешь пройти. А я такой, а бла-бла-бла, да мне пофигу. Слушай, реально пройти не могу. Круто. Значит, это босс. Твою мать. А ты? Твою мать, вас двое таких? Вот вы жирные, как поезд пассажирные. Нифига себе, песос на песос. Ну окей. Ну ладно, пока зачистим гоблинов. Отдай бутылку. А теперь... умри! Текс. О! Пошла жена! И арена выходит! Бржавая армия! Нортланда, или как там у нас? Как у нас вообще эта земля называется? Я не знаю. Ну, в общем... бравые воины, не жалеющие ни себя, ни врагов, готовы побеждать в этой нелегкой битве. Они сражаются бок о бок за бравое дело. Я не знаю, что говорить, блин, ну это ж битва, тупо, блин, просто тупо битва. Они сражаются, и чё я могу еще сказать? Да, больше сказать нечего. Да, опять полег, с гоблином я теряю. Вот реально, с гоблином я теряю войск. Это уже не первый раз, если чё. Да, это уже последняя битва. Я сократил все это дело. Ну, блин, я с гоблином не раз уже терял войско. Это песос? Прям конкретный песос. Вот, чуги. О, целых 4 в больничку отправились. Ну-ка, назад в строй. Ишь ты. Придумали мне тут. В больничку они хотят работать нафиг. Так, погнали, короче, до босса. До гоблинского босса. Да. Выходи на честный бой. Биться будем мы с тобой. Ох, я стихоплет. Стихоплет, прям стихоплет. Твою мать, я там войск, что все просру. Ну ладно. Че я? Зрех! Лечил сейчас, что ли? Песос, песос, песос. Можно я сначала все золото спиздю? Знаете, золото все спиздю? Спасибо, все, иди нафиг. Шучу, конечно. Ой, куда я залез-то? О, кстати, на каком я на месте? 62-е место. А в братстве... ой, а это братство. А игрок, сила. За все время... о, за все время классно, классно, я могу. Так, ладно, все, короче, хватит уже фигню старать. Погнали воевать. Смерть гоблинам, я не знаю. Я не знаю, что говорить. У меня с речами обычно такими воодушевляющими, боевыми речами. У меня полная жопа. Death's Hawk Council, everyone. Так. Что мне нужно? К примеру, что я могу вот здесь делать? Допустим, я вообще возьму, так я беру газу отсюда и поставлю сюда лучника. А сзади у меня будет стоять бравая конница, которая будет атаковать здесь. Yes. О, кошмар, это песосный песос, это вообще просто. Честно? Очково! Растут у тебя! Очково песосно как! Но мы бравые воины, нам нельзя отступать! Только вперед, только к победе! Блин, ладно, все, хватит уже! Хватит уже! На месте топтаться! И в атаку! Всех сжечь! О, хорошо, это... заморозить. Они прорвались! Я даже мясной пельмень не успел запустить. Нифига себе!
И больше молний. Ну, льда. На их головы безумные. Ляха-муха. Что за безумие тут творится вообще-то? О! О! Стоять! Ну-ка, воскресли все быстро! И нужно меньше потерь в наших рядах. Ох, нифига себе. А я думал, я сейчас солью 9 только. Он дракон только. Так ж нихуя себе. Ничего, я так тут это. Ну, благодаря воскрешению, я думаю, у меня потерь. А, так сказать, потерь меньше стало. Ну, блин, ладно, тоже хорошо. О, руну дали. Классно. Бла-бла-бла, ты победил меня. Ты можешь пойти в другую стадию. Будто бы я ждал, когда ты мне разрешишь. Конечно, пойду в другую стадию. Так, не, погоди, сначала надо... Надо всех воскресить. Да, воскресить, точнее, не воскресить, а вылечить. Да, они ж не померли. Они... Так, попали в больничку, дурничку. Еее, 2 часа 40 минут. Уэп! А купил я сегодня... 1.5 часа? Раз, два, три, да, купила 1.5 часа. Ну вот, пожалуйста, не зря покупал, да? Собственно, был смысл в этом. Поэтому я говорю, есть возможность, надо побрать. Так-с. Куда надо бежать? Так, я здесь не вижу врагов, значит, я иду в правильном направлении. В любом случае, мне нужен только ты. Только ты меня не пропускаешь дальше. Вроде бы. Не, ну их 2. Это нечестно. А, у меня еще дракон ранен, прикинь. О! Накачал их наркотой. Вообще могу. Да, вот так, собственно, я потратил свои столинари. Через 8 часов воскреснет. Писос! Я всрал дракона. А это означает... Писос это означает. Не, ну еще есть возможность попробовать. Не, ну блин, расстановка мне нравится. Я кайфую от такой расстановки. Это расстановка типа коробка. То есть вокруг войска, а внутри герои. Расстановка реально типа коробка, она это прикольно. Но мне не нравится, что он стоит сзади. Поэтому... О! Точно, аврилку вот так меняем, короче. Вот, теперь уже более логично все это дело. И, короче, бежу вперед, всех... Ах, ладно, хватит, короче, уже от этого вот все. Everyone's fire! Так, ну, конечно, включаем сразу же хилку, потому что у меня с вариантов нету. Надо было, конечно, в югу включать лучше, но я включил хилку, твою мать. Ладно, погнали дальше. Вьюжка, вьюжечка, вьюжок. Запускаем пирожок. Ой, точнее, пельмень. Так, о, пошла жара, пошла жара, пошла жара. Давай, 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 давай. И еще вьюга. Мочи всех. Так, как там у нас? О! Там нужна помощь! Дотянись, стрела правосудия! О, извините. Это была стрела правосудия, это не я. Такс. Воп. Да блин, а тут еще легче, чем с орками оказалось. Либо реально то, что я вкачал лучником плюс 10% к атаке, конкретно мне помогло. Но! Это офигенно. Такие маленькие потери. Я рассчитывал на то, что у меня вообще все сдохнут. А тут даже герой ни один не помер. Либо я реально клевую расстановку сделал. Мечи, копья, луки. Никаких черепах, никаких драконов, только свои силы. Может, так и надо делать. Quick one the come. Да пошел ты. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Текс.
Да! Два клёва! Это означает, я скоро уже открою вот этот... Четыре легендарных яичка будет, это же клёво! Чё? Ого! Видали, какой предмет кайфовый? В смысле, он дает магию? У меня сейчас у газона стоит, он дает 11 магии. Слышь, ты где? Слышь, ты где? Еп. Я, вот, потерял его. Да, 11 точно такой же. Классно. Ну, этих всех убивать мне не к чему. Вот с этим воевать я тоже сильно смысла не вижу. А зачем? Если он пропустил, если у них баг такой, он меня пропустил в итоге. Зачем? А может это не баг, может задумка. Но вот собрать ресурсы я точно вижу смысла. Да? Война против гоблинов удалась. Вот что я единственное могу по этому поводу сказать. И, соответственно, мы уже продвигаемся на следующую территорию. Классно. Что у нас здесь? А здесь у нас... сотка, это я смогу только два купить, да? Две сотки я смогу купить все четыре. Но я думаю, в следующей серии мы попробуем улучшить артефакт. А почему бы и нет? Да и в целом надо бы по максимуму попробовать пофармить, чтобы по максимуму получить. Получать я буду, конечно, ресурсы покупать я не буду. Вот эти, возможно, я куплю. Идея классная купить их. Вот это как вариант. Но вот это надо все купить. И, наверное, вот это вот тоже я буду покупать. Для чего? Ну, дракона прокачивать. Ну, конечно же, улучшение артефактов я как минимум один раз попробую купить все. Может, два. Ну, блин, это просто я кучу времени трачу именно на... Даже не то, что кучу времени, я кучу трачу батарей на восстановление их очков энергии. Но в чем весь прикол? Благодаря вот этому ивенту наше братство качается довольно-таки нехило. Это прикольно. И, к примеру, даже вот взять меня... Во! 935 энергии потратил! 935 за 3 дня. Это песос, как много. Вот такие вот народ дела. Ну ладно, на этом я уже точно буду с вами прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, там ставить лайк, комментировать, в общем, и делиться моими видео со своими друзьями. Ну и своими впечатлениями в комментариях. Это все, всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра. Всем пока.